Старинное село Ладва. Более 350 его жителей ушло в годы Великой Отечественной войны защищать страну от вражеского нашествия. 179 из них отдали свои жизни на поле боя. Многое дорого в этих местах Владимиру Петровичу Веденскому. Он всегда желанный гость в селе, где долгие годы работал директором школы. Здесь, в школьном музее, он встретился с Василием Павловичем Платоновым и Николаем Андреевичем Ругачевым, бойцами партизанского отряда, которым Веденский командовал в этих краях во время войны. Юные следопыты Ладвинской школы собирают материалы о земляках, героически сражавшихся за родину в годы Великой Отечественной. Музей был создан всего год назад, и за это время его посетило несколько тысяч человек, жителей и гостей поселка. Вместе со своим учителем Андреем Ивановичем Квасниковым ребята готовят новые экспозиции, посвященные истории здешнего края, его героям.